Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я вот высадила свои первые томаты в теплицу. И теперь каждый день хожу, проверяю температуру, потому что при такой ранней высадке обязательно контроль за температурным режимом должен быть ежедневным. Захожу утром, в обед, вечером. Вот сейчас 7 часов утра. Как вы видите, у меня вокруг снег, вокруг теплицы, так как сибирский регион. И теплица, естественно, обогревается. Вот работают инфракрасные обогреватели. Но этого мало, я закрыла еще пленкой, чтобы им там было уютнее. Минус 6 градусов сейчас у меня на улице. Подошла вот к этому термометру. Тут 2 градуса. И если бы не было вот этих вот пленочек, то томатам было бы, конечно, холодно. 2 градуса они, конечно, выдерживают, но лишний раз их нервировать, в стресс вводить не хочется, поэтому я в такие холодные ночи всегда закрываю. Сейчас посмотрим, сколько у них там, какая температура внутри, в их маленьком тоннельчике. Вот сейчас я посмотрела, здесь у них 8 градусов. Вот так же, как вчера, на 6 градусов температура вот в этом импровизированном тоннеле больше, чем во всей теплице. Потому что всю теплицу, конечно, обогреть сложно, но вот здесь они под прикрытием чувствуют себя очень хорошо. Сегодня последняя ночь у нас такая, с таким крутым показанием минусовым, минус 6. Следующая ночь уже будет минус 4, а завтра будет минус 2. И через 2 дня наступает тепло, так что похолодание мы переживем, наверное, хорошо. Но как только солнышко выходит, температура в теплице моментально повышается. Вот я пришла через 2 часа, здесь уже 28 градусов. Ясно, что у меня уже выключены давно эти инфракрасные обогреватели. Солнце нам в помощь, оно очень нам помогает экономить электроэнергию. И теперь я уже не убираю вот эту пленку от солнечных ожогов. Вот у меня это не тканка, она немножко как бы притеняет растения. Хотя 28, это еще нормальная для них температура, но вот завтра-послезавтра у нас будет плюс 10, когда на улице тут будет ужасно жарко. И двери в это время еще не откроешь, потому что у меня же цель тут прогреть и почву, прогреть и воздух, чтобы у них были здесь условия, приближенные к летним. Так как температура грунта, я проверяю, стабильно держится 14 градусов, а это нормально, я сегодня вот этот вот отключаю эту сторону. Видите, тут уже у меня, я все ношу новых постояльцев. Пустые места, где не высажены томаты. Вот видите, я эти высадила. Рядом с ним будет невысаженный стоять. И также дальше там высадила, тут не высадила. Вот эта линия, как бы эта полоса или эта гряда, уже полностью заполнена томатами. Здесь у них и грунт теплый, и воздух хороший. Теперь я эту подогрев вырубаю, который у нас змейкой уложен. Теперь сейчас буду включать прогрев второй грядки, которая, вот я говорила, которая заводская, готовая нагревательная лента для обогрева почвы в теплицах, парниках, зимних садах. Ее мы не сами делали, она уже, как я заказывала в Екатеринбурге, в Уральской усадьбе, я все это вам рассказывала в прошлом году. Вот теперь я включаю прогрев вот этого грунта и через 2 дня начну высаживать уже сюда. Почему не грею вместе, объясняла, что у нас не выдерживает сети электрические. Я вот один прогрела, теперь буду другой греть.